Рано утром основная часть участников собралась возле памятного знака «Ангел-хранитель мира», чтобы всем вместе отправиться на работу. Остальные любители здорового образа жизни выехали согласно расписанию смен. Эта акция проводится два раза в год весной и осенью, и работники Смоленской АЭС активно принимают в ней участие. Это вторая акция уже на Смоленской атомной станции. Первая была по весне. Мы готовы участвовать в таких акциях и развивать спорт. Мы за экологию, мы за спорт, за здоровый образ жизни. К месту работы велосипедисты прибыли в отличном настроении и бодром расположении духа. Если велосипеде на работу, это здорово. Это хорошо, полезно для здоровья. Сегодня прекрасный день, отлично взбодрились, прокатились. Хорошая компания, хороший заряд перед рабочим трудовым днем. Всех призываю участвовать в данных акциях. Они проходят не так часто, два раза в год, к сожалению. Поэтому присоединяйтесь в наше движение. Надо отметить, что на Смоленской атомной станции для двухколесного транспорта работников-любителей здорового образа жизни оборудована целая велопарковка, которая в сезон никогда не пустует.